Ну, все понимают, в какой ситуации мы находимся, как бы, что нам нужно добывать очки и все возможные. Поэтому выходили после прошлой игры, как бы, были удушевлены, наверное, тем, что выиграли победой, как бы, и, соответственно, старались играть так же, как и в прошлом матче. Выполняли задание, старались не терять шайбы в средней зоне, на синих линиях, и забили 2 гола и выиграли. То есть победа над Акбарсом, она придала команде уверенности? Ну, конечно, любые победы, каждая победа придает уверенности. Тем более, когда их не так мало в последнее время. И сейчас самое главное зацепиться за эту игру, ничего кардинально не менять. То есть продолжать так же работать, только улучшать свою игру во всех аспектах. Много говорилось о том, что команда никак не понимает Вестерлун, но 2 сухаря сейчас подряд. То есть все вошло в свое русло, все в норму? Ну, мы, как сказать... Давайте не будем, чтобы не сглазить, как бы, давайте будем стараться просто на каждую игру выходить, биться, мы его понимаем, просто в каких-то моментах, может быть, сами ошибались, это, наверное. Сейчас, говорю, вроде, ну, последние 2 игры вы сами видели, вроде, все неплохо, поэтому будем стараться не ошибаться и в дальнейшем выигрывать.